Алмасадан Ваданович, вот вы в докладе сказали, что большинство месторождений других, это значит не три, остальные, обеспечивают до 30% объема добычи нефти, находятся на поздних стадиях разработки со снижением уровня добычи нефти. Так отмечает значительное снижение добычи нефти в Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областях, при этом, что две последние области основную часть нефти поставляют на внутренний рынок. Поэтому, вот смотрите, к 1932 году, ну будем говорить там, к 30-му, да, 10 миллионов тонн нефти надо, фактически увеличить, да, вовлекаем в переработку. Поэтому первый вопрос – откуда возьмем эти 10 миллионов? И второй вопрос. А вот за этот период у нас сейчас примерно баланс, да, спроса и предложения. Но все равно же неизбежно спрос растет. Численность населения, промышленность развивается и так далее. У нас на этот период дефицит мы прогнозируем. Если прогнозируем, то за счет чего собираемся его покрывать? Пожалуйста. Дефицит чего? Простите, пожалуйста. Дефицит чего? Дефицит чего? ГСМ на рынке. ГСМ, хорошо. Да. Так вот, по покрытию внутреннего рынка нефтью, да, с целью переработки. Вот в докладе уже мы отметили, что где-то 17,9 миллионов тонн нефти за счет ресурсов отечественных производителей мы ежегодно отправляем на внутренний рынок. Действительно имеет тенденция к снижению объемов добычи. То есть вот для примера, в этом году мы 88 миллионов тонн планируем добыть, из них 57 будет за счет трех крупных месторождений, оставшиеся только 31 за счет внутренних производителей. То есть раньше динамика была другая, то есть тогда месторождения добывали больше объем нефти. И в целом, если в процентном отношении смотреть, то есть ранее, вот в 2017 году эта вот работа началась, порядка меньше 50% от объема вот отечественные производители отправляли нефть на переработку на внутренние заводы. Сейчас мы уже говорим о, ну, достаточно существенных цифрах, где-то до 69%, ну, чтобы мы понимали. Ну, там по некоторым регионам и выше даже объема есть, то есть в среднем 59%. С чем это связано? Это связано с тем, что загрузка отечественных нефтеперерабатывающих заводов является главным приоритетом Министерства энергетики. То есть покрытие внутреннего потребности в нефтепродуктах – это является основной приоритет. То есть эта работа в соответствии с 130-й статьей Кодекса о недрах будет продолжена Министерством. Отвечая на ваши вопросы, прогнозируется ли дефицит? Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам. Он, цифры, они утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей. Вот сегодня Едиль Терекпаевич говорил, что мы где-то порядка на 10 миллионов планируем расширить мощности текущих заводов, то есть 6 миллионов будет увеличена мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ПКОП. Есть соответствующие программы по увеличению мощности на других наших трех заводах. И ресурсом для этого заводов, ну, тоже отвечая на вопрос, где мы возьмем эти 10 миллионов тонн нефти. Это три основных источника. То есть первое, это, безусловно, мы будем дальше продолжать перераспределять внутренних производителей для загрузки отечественных производителей. То есть это будет продолжиться, но при этом создавая для них альтернативу. То есть я ценовой фактор немножко позже прокомментирую. То есть второй источник ресурсов, это вот сегодня мы уже говорили вот о перспективных осадочных бассейнах, то есть 4 являются наиболее перспективным, то есть это Прикаспийский, Мангышлакский, это вот Южно-Тургайский, Устюрт, Бузашинский. То есть там достаточно серьезная программа по, ну, вот Прикаспийский, вот наиболее перспективный. Может, к 2029 году не вовлечен. Но, вот, но тем не менее, то есть эта работа будет продолжена. Сейчас вот, ну, совсем другое внимание происходит развитию, пополнению запасов нефти. И третий ресурс, вот сегодня уже про это говорили, то есть вот и вот в ходе выступлений, это ресурсы крупных наших месторождений. То есть те, которые мы разрабатываем совместно с международными инвесторами. То есть законодательных ограничений для поставки этой нефти на внутренний рынок нету.
То есть мы, да, есть соглашение о разделе продукции, которые предполагают поставку, возможность до 100% производимой продукции на внутренний рынок. То есть вот с нашей точки зрения единственным сдерживающим фактором это является фактор цены. То есть если мы сейчас посмотрим на цену, условно говоря, на внешних рынках, то есть вот экспортный нетбэк по КТК составляет примерно 342 доллара США. Если мы говорим по цене нефти на внутреннем рынке, исходя из стоимости... Ермарат Яскозевич, вообще вопрос очень серьезный. Он может сказать основной. Мы до 2029 года свою потребность закроем или не закроем? Если дефицит, откуда мы возьмем? Поэтому... А, то есть у вас там свое совещание, ну, можно как-то, может, надо сместить его после провести. Жарайт, да. Рахмет. В общем, закончу мысль, да. Вот, то есть единственный сдерживающий фактор – это цены. То есть если мы говорим, исходя из цен внутренних, которые на нефтепродукты сложились, то тогда вот цена на внутреннем рынке нефти для нефтепроизводителей будет ровно на 100 долларов меньше, где-то порядка 242 доллара. То есть создавая стимулы поставки на внутренний рынок экономический, то есть это будет самым единственным механизмом вот, покрытия затрат и обеспечения вот, новых мощностей ресурсами. Соответствующие переговоры мы готовы провести с добывающими компаниями. То есть если фактор цены будет, я думаю, обговорен, то никаких проблем с поставкой вот этих объемов нефти на внутренний рынок не будет. До тех пор, пока производится модернизация, строительство, обязательство по загрузке данных нефтеперерабатывающих мощностей берет на себя национальная компания «Казмунайгаз» за счет собственных ресурсов.